Хе-хе-хей! Всем привет, ребятушечки! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в очередную серию нашего прохождения третьего Ведьмака. И, чтобы я не забыл, дайте-ка я сразу же убавлю звук в этой игре. Потому что вне серии я всегда помню. Ага, нужно убавить звук. Нужно убавить звук. Нужно убавить звук. Но когда наступает серия, я забываю убавить звук. И потом вне серии опять же так думаю. Что мы будем делать в этой серии, не имею ни малейшего понятия. Но нам нужно... Ну, ой, знаешь, ебу дум у меня. А, нам нужно идти за этим бароном, да? То есть в предыдущей серии мы закончили прямо тут. И... А, мы играли за Цири, да? То есть воспоминания. Папочка, говорит, а у этого оленя попа за стеной... Ну, шуточки у них тут. И мы продолжаем вот тут, что с чем. А, мы идем в комнату. Если дочери. Ей кто зло причинит, убью нахер. И жены этого барона, пришли. Чтобы исследовать вот эти ихние вещи, да. Это наша спальня. Комната Тамары там. Только не устраивай тут бардак. Да не когда буду, не буду, не буду. Вот, так, что-то уже нашли. Деревянный подсвечник, ножка сломана. Ага. Опа, опа, опа. Вещички, вещички, вещички. Спирт. Ух, ща набухаемся, чувствую, ребята. Это что, это потайная... Стена другого цвета. Будто еще недавно здесь что-то висело. Ага, я думал, это какая-то потайная может, дверь. Может, эта картина по размеру подходит? Стена другого цвета. Какая картина? Ага. Будто еще вещички. Недавно здесь что-то висело. Ух ты. Может, эта картина по размеру подходит? Барон и его жена. Пришли осмотреть выбили комнату, часы. Поворовали светильники, подставники и всякое, что может только быть. А здесь? А, кто-то закрыл дырку в стене. Интересно, что там с другой стороны? Путь в другой мир. Нет, нужно поджечь, потому что ни хрена не видно. Шкаф. Шерлок Холмс Геральт. Похоже, это деревяшка, ножка от того подсвечника. Вряд ли это совпадение. Хм. Похоже, тут дело сломала дошло до драки. Поищу подсвечник, еще подсвечник и поставила в шкаф, чтобы он не валялся. Вроде логично, я не знаю, до чего он докапывается вот тут. Свежие цветы. Он что, надеется, что они могут вернуться в любую минуту? Опа, я там что-то вижу. Это что? Глубокие выщерблены. Это как будто какой-то волк? Тяжелым. Или нет? Опа. Кольцо, шкатулки, нифига себе. Мы еще наворуем. Сломанный подсвечник, пятна от вина. Кто-то разбил бутылку. Ну? Эрвилюс из Тусента. Хорошей выдержки, долго не выветривается. Интересно, куда ведет след? Какой нафиг след? Ага. Ага. То есть отсюда. Ага, вижу. Ага, ага. У тебя смотреть. Седой тоже вид, будто ага. Вчера всю ночь нажирался. Ладно, пока след идет туда, давайте тут что-то осмотрим, потому что даже вот тут мы. О, вот видите? Сосуд для благовоний. Сосуд. Они прям интересно, сосуды. Что за двери он открывает? Сосуд. Ладно. Я шучу, конечно. Анис, сандал. Сосуд. Что-то еще. Шафран? А, дела выполнены. Ага. Ну, в принципе, мы еще не будем пока что уходить, потому что мы можем тут... Мы можем тут наворовать, только тихо, никому, никому. Мы же тут можем что-то наворовать. И это круто, потому что мы эту всю фиготень потом сможем продать. Мы потом это все сможем продать. Видите, то есть тут есть всякие сундучки. Опа, я там что-то вижу. Но перед тем, видите, всякие конфеты, куклы, подсветники, подставники. Видите, мы еще что-то куклы. Что-то нашли. Вот же дрянь. Выглядит как кукла, в которую втыкают булавки, чтобы причинить кому-то вред. Вот сейчас уже можно, да, вот я сейчас. Я стаканчик накатил. Я знаю, водки ты там бухарик. Нет, у меня водочки нету, хотя вроде... След обрывается. О, талисман какой-то нашли. Можно поискать здесь что-нибудь еще. И пахнет можжевеловым дымом.
Похоже на народный оберег. Интересно, от чего он должен был защищать? Кажется, здесь больше нет ничего интересного. Нет, как думаешь? Никому ни слова. Мы украли бутылочку. Никому ни слова. Значит, здесь ночевала Цири. Опа! А это что такое? Волчок. Вряд ли им играла Цири. Это, наверное, Цири. Похоже, она уехала в спешке. Понятно, что в спешке. Неясная природа проклятий. Лидия ван Бредево. Лидия ван Гермиона. Я не знаю, почему я Гермиона сказал. Просто мне в голову пришла магия вот эта вся. Сера. Больше нету серы. Нужно больше серы. Пустая бутылка. Всех. Ты меня напугала, зараза? Я даже не ожидал, что тут какой-то ребенок сидит. Серебро, ни хрена себе. Серебро. Я надеюсь, оно будет дорогое, чтобы мы сбарыжили вот это все. Говнюк. Нам подниматься, да, нужно? Ну, да, наверное. А там внизу что-то еще есть? Или нет? Ну, тут тоже вряд ли что-то мы найдем. Что найдем? А хотя... Ну, это такое, всякие мелочи, да, конечно. Ледяной тоже вид, будто вчера всю ночь нажирался. Ага, ну вот, я надеюсь, я правильно иду, да. А мы можем еще ниже спуститься. Выпускай, урода. Нет. Я думаю, урод спит. Тогда пойди и разбуди его. Все, больше ничего нету. Ничего. Сломанные грабли, это очень полезная вещь. Очень полезная вещь. Знаете, ребята, в этой серии мы просто-напросто вот эту всю хрень грабить будем. А, по сути, оно нам нафиг не сдалось. Но может пригодиться только для того, чтобы хотя бы продать и может заработать там пару кронов, или как вот это называется. Закрыто, нужен ключ. Так мы же вроде нашли какой-то там ключ, но подходу он не подходит. Ага, вот видите, вот след ведет туда. А тут, возможно, еще что-то будет. Спирт. Солдат. То есть, видите, вот этот вино, запах, да? А он вроде сюда ведет. Вот туда ведет. А тут у нас что? Главное, чтобы тут какого-то монстра не было. Ну, вряд ли он будет, если честно. Потому что, по сути, мы же в замке находимся, а тут вряд ли будут люди, которые не знают следить за порядком и вообще смотреть, что тут происходит, да? Нож для... Пустая бутылка, кружки, подсвечник. Ну, видите, то есть мы это только берем, чтобы нажиться. Опа. Замок открыт. Круто. Потому что мы вроде, да, нашли какой-то там ключ. Если бы мы его не нашли, то вряд ли мы бы сюда и пробрались. Алтарь? Выходит, вечный огонь добрался уже и до Велена. Ага. Ну, то есть мы сюда пришли только за этим? Да. Да, если бы я знал, то я бы, наверное, не терял свое время на это. Но ладно. Ладно, тогда куда нам нужно? Нам нужно подниматься и идти к барону, да? А он тут. Ну как, уже осмотрелся? Ты знаешь, что это за медальон? Узнаешь этот медальон? Да. Они это носили его последнее время. Ты знаешь, откуда он у нее? Понятия не имею. Нет здесь в окрестностях какой-нибудь чародейки или ворожей? Ворожей есть. Старый чудило. Живет недалеко от больших сучьев. Сучьев! Ну, колдунья еще есть в подлесье, но я о ней мало знаю. Она здесь недавно объявилась. Если Анетка ходила к кому-то, Анетка, то скорее к колдуну. Она ведь чужакам не доверяет.
Я нашел куклу. Я нашел куклу в комнате Тамары. Можешь что-нибудь о ней рассказать? О кукле? А что в ней такого интересного? Возможно, ее использовали для обрядов черной магии. Откуда она у Тамары? Черная магия? Ты сдурел, что ли? Я ее сам для Тамары сделал. Ей тогда было 5 лет. Мы были на ярмарке в Изиме. Тамара увидала чародейку эту. Трис Меригольд. И сказала, что хочет куклу. Ну, как эта чародейка. У меня денег-то не было на такие вещи. Я взял и сам сделал ей эту игрушку. Удивительное сходство. Так это Трис. Да, теперь вижу. Очень похоже. Правда? Время ее порядком потрепало, но она все еще ничего. Если у тебя с Нильфгаардцами ничего не выйдет, ты всегда сможешь стать кукольником. Я пойду к колдуну. Надо сходить поболтать с этим ворожаем. Только имей в виду, колдуну. И с ним вряд ли сговоришься-то. Он, говорят, в молодости порешил собственного отца секирой. Вот и после этого двинулся. Вроде как он духов видит. И с козой ебется. Меня его личная жизнь не интересует. Я хочу просто спросить о медальоне. Этот перевод меня убивает. Водки у тебя часом нету? Очки. Ну, очки опыта у нас есть, это круто. Это круто, это круто, это очень-очень круто. Ух, ночь на дворе. Так, ну ладно, значит, будем выбираться. Улучшение доспеха из Бадвергера, чтобы доверять. Ага, круто, прочитал называется. Так. Вы что за дебилы? Ваши вещи были улучшены. Да я не хотел вещи улучшить. Бледный я хотел... ты, как говно овсяное. Кого? Что ты там? На-на-на! На-на-на! Бледный ты, как говно овсяное. А, вот говно овсяное. Белоголовый. Опа, так там еще и доспех можно улучшать. Я на ту фигню знал, да, вот оружие улучшает на 15 минут, а если нажать на стол, то это еще и доспех улучшается. Офигеть. Увидишь. Чем могу помочь? Покажи мне свои товары. Что у тебя есть на продажу? Покажи мне свои причуды, девушка. Малые улучшения, разместить пустое сечение. О, нифига себе, 2% мощь Игни. Это круто. Так. Тут у нас куча всего, куча всякой фиготни. Минус 14, спасибо, не нужно. Лошадь шорами меньше пугаются, спасибо. Укрепленные сидельные сумки. В сидельных сумках можно хранить вещи. И у нас, конечно, только 19 монеток. Да. Предмет, необходимый для задания. Ага. А вот это что? Другие предметы. А, ну вот это вот специально, вот этот раздел... сделан для этой фигни, чтобы продавать вещи, которые вы награбили. И у нас есть 4 кольца. И мы продали. Это что? Чистое серебро. Продали. Серебряный... Зачем нас... Ага, нельзя продать. Ага, значит, она не покупает. Вот это круто. Ну, как круто. Вот ты, зараза, не покупаешь вещи наши. Олово. Ну, ремонтный набор ученика бронник... Кого? Бронника? Проволока. Ну ладно. Больше у нас, к сожалению, монеток нету. Бывай. 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 Ну а что? Бывай. Умение персонажа. 0 умений, к сожалению. В рюкзаке у нас есть что-то полезное? Ничего у нас нету в рюкзаке полезного. Даже еды у нас, к сожалению, нету. Это очень круто. Очень круто. Очень круто. Вот там я вижу еду. Почему я не могу? Почему я не додумался сразу пойти туда купить? Хочешь посмотреть наш? Мы тут собрали неплохую. Покажи мне свои товары. Покажи. Хлебушек, нифига себе. Ага, ну все, потратились на все. Ух ты, нихуя! 110% силы атаки. Хватало бы у нас вещей, я бы, конечно, это не вещей, а монет, я бы это купил. Но для того, чтобы у нас хватало монет, нам нужно выполнять дополнительные задания. Поэтому давайте мы что-то может и... Если кто убьет чудище, клекутуном прозванное, которое у броницы у людей убивает, награжу звонким золотом. Да, все, заберем. Ну, пойдешь.
Вы расстроили стражу. А? Я расстроил стражу? Стража, вы что, охренели? Ух, ну вот это не можем, потому что, видите, вот этот черепок на голове, это означает, что они очень сильные. Выиграй уникальную карту барона. Уникальную карту барона? Идите нафиг с этими рюкзак умения персонажа задания. Идите вы нафиг с этими картами барона, они нам нафиг не нужны, если честно. А как мне вот это отменить? Ребята, скажите, пожалуйста, как отменять задание? Осмотрите комнату, которую используя ведьмачье чутье. Ну, этот мы осмотрели. Ведьмачьи заказы. Выполнено. Костры охота на ведьму. Витисом или... Что-то... Ведьмой. Ладно. Дойти до места, где начинаются скачки. А знаешь, поговорить с заказчиком. Звездюлей. Звездюлей. Сам ты звездюлей. Вот зря я, наверное, вот эти все задания взял, потому что тут я взял на какие-то игры вот эти гвинты, да, где нужно выиграть у кого-то. Я взял задание, где нужно скачки победить. А я, если честно, ребята, не имею ни малейшего желания вот участвовать вот сейчас в этих скачках и вот этой. Ускорять восстановление энергии. Это мы с ним должны... Да. Привет. Привет. Ну? Я насчет заказа на Кликотуна. Или я слышал, здесь у вас завелось чудовище, которое вы зовете Кликотуном. Кликотуном? Ну да, завелось. Коров таскает, коз. Если человек попадется, тоже не побрезгует. Бажуй, а он у его милости в охотниках служил, сказал, что с него хватит, и что он эту бестию прогонит. А-а-а. Взял топор и сел в засаду на Кликотуна. Взорвом со стороны полей. А там его и нашли. Кишки по всем веткам растянуты были, как осенняя паутина. Полдня мы его в могилу собирали. Награда слишком мала. Давайте попробуем. Я знаю, что времена тяжелые, но придется отсыпать побольше денег. Торг. Чтобы потребовать больше более высокое вознаграждение, выберите сумку с помощью и нажмите для подтверждения. Если собеседник принимает ваше, вы договорились. Если вы потребуете слишком много, ваше собеседник будет недоверен, не торгуйтесь до упора, иначе... Ага, круто. Давайте поднимем до 300, чтобы... А, нет, ну давайте где-то вот так. Бонусная ставка. Больно много вы хотите. Ну ладно. А вот так? Можно и докинуть немного. Вы заради нас головой рискуете. Ну, по рукам тогда. Я принимаю заказ. Вот еще и поторговались. Самое время, чтобы этим Кликотуном занялся. Плюс тому, там парочку монет. Ты можешь рассказать о нем побольше. Накинуть, да? Может, Шимка? Это сын Бажуя того, что сгинул. Так с ним тяжело будет разговаривать. Он еще по отцу не отгоревал. Понимаю. Где его искать? А тут он! В моем хозяйстве крутится. Мать его давно померла. Вот теперь отца потеряла. Вот я его и пригрел. Ага. Ну, офигеть, то, что нам домой, то, что нам далеко не нужно ходить. Ага, он за домом. Ладно. Ну пройди ты нафиг. Ух ты, Спайдермеша! Шимко. Может, поговорим? Оставь меня! Успокойся, ты что такой дерзкий? Оставь, говорю! Я хочу отомстить за твоего отца. Я хочу отомстить за твоего отца. Но для этого я должен понять, что его убило. Кликотун его убил! Ты что, не слышал? Мне это ничего не говорит. Опиши, как он выглядел. Вроде петуха. Петуха? Здоровый! И хвост, как у ящерицы. Я слышу, наш Бобик в лесу заливается. Побежал посмотреть, что там делается. Гляжу, а тут дядька в кустах лежит. А в животе у него дыра. И стонет, и кричит. Я хотел помочь, но как? Ну не плачь, девочка. Мы тебе поможем. Ты не мог ничего сделать. Не мог ничего сделать.
Единственное, что остается, убить это чудовище. И я этим займусь. Будь здоров, малыш. Так, ладно. Спайдермеша. Исследовать место нападения кликатуна, используя ведьмачье чутье. Где наша плотва? Опа, плотва. Здрасте, мордасти. Вы где? Бродите, ходите. Льет, как из ведра. Опа. Льет, как из ведра. Я уже слышал. Спасибо за подтверждение твоих слов, которые ты только что сказал. Так, ну беги, плотва. 200 метров. Ночь, дождь. Я хоть... Опа. Сразись со мной. Отдохни. Сразись со мной. Иди сюда. А ну покажи, на что ты способен. Выходи! Сойдемся в поединке! Да без сначала проблем. Сначала с собственными сапогами сойдись, недомерок. Выходи, говорю. Я Ронмит из Малого Луга, связанный с священным обетом. Сочувствую. Что ради прекраснейшей девы Ягодки 100 рыцарских поединков проведу. Обнажи свой меч как можно скорее, ибо я спешу. У меня еще 99 боев останется. Ну иди сюда. Твоим услугам. Согласен, решим все по. Ну а почему бы ему не... Ух ты, ага. Хоть он и сильный, видите, ребята, то есть у него красная, красный черепок на голове, это означает, что он слишком сильный для нас. Но вот такими темпами, как мы с ним сражаемся, может... Пощады! Не так уж и сложно, да? Ну что, хватит с тебя? Да, в этот раз тебе повезло. Но когда мы сойдемся снова... Да. Уйди с глаз моих. Возвращайся к Деве Ягодке, пока я не передумал и не пересчитал тебе все кости. Мы еще встретимся. Буду рад встрече, дебил. 25 опыта. Ну, нормально. То есть, то, что мы... Но... дураку по голове настучали, мы еще и заработали 25 опыта. То есть немного, но за то, что мы там пару секунд с ним постражались, не так уж и мало, можно и так сказать. Ух, вот эта атмосфера, когда ты ночью играешь, в смысле ночью в Ведьмаке, еще и дождь идет, да? Так, что у нас тут есть интересного? Мышехвост. Ну, мышехвост нам не нужен. Тут что-то есть? Нет. Это ничего. Вот, вижу. Вся морда в крови. Дрался до последнего. Следы путаются. Монстр зашатался. Петух. Наверное, он был ранен. Ребята, мы с петухом будем сражаться. Вы в курсе? Кровь. Петух? С хвостом ящерицы. Ага, я вижу следы. А дальше? Ага, вот. Вижу. Не вижу, вижу. Вижу. Вроде. Вот. Дальше. Следы ведут в пещеру. Ух. Куролиск. Ух. 25 кусков. О, 25 кусков. 25 опыта. Какие кусков? Звук откуда-то сверху. Выкурю его бомбой. У меня, к сожалению, нету бомб, если что. Ага. Самум, картич или танцующая звезда. Да. Это нам нужно делать, да? Бомбы. Алхимический ингредиент. Ну, то есть... То есть нам нужно сюда приходить, когда мы вот это сделаем, да?
Ласточкина трава. Гнездо чудовищ. Ранит осколком всех противников в зоне поражения. А где нам взять селитру, алхимический ингредиент? Ну, я пока что не знаю. Не хватает ингредиентов. Но я понимаю, что не хватает. То есть вот он там. Ладно. Мы знаем, где он, но мы, к сожалению, не можем ничего сделать вот сейчас, да? То есть нам нужно сюда возвращаться тогда, когда мы... Тогда, когда мы сможем сделать вот эти бомбы. А как их сделать? Ну, нужны ресурсы. Эликсиром масел и бомб. Алка. И алхимический ингредиент. Ну, понятно. Но нужно, наверное, собирать тогда. Ладно. Пока мы, ребята, ничего не можем сделать. А у нас... Да нет у нас вот этих бомб. Че вы прикопались ко мне? Я в том смысле, что нам даже не дает перед... бутылка воды. А нам даже не дает... поменять задание. Это очень хреново. Алхимический ингредиент. Ага. Ну, бомб у нас нету, хоть вы убейтесь. Магический предмет для создания различных... Ух, хренеть, смотрите, как они дорого стоят. У нас 4 таких штуки, мы можем продать за 400 монет. Ага. Я не знаю, честное слово, ребята. Нам, наверное, нужно идти вот эту всю фигню собирать. Опа, это что такое? Опа, это что такое? Это что еще такое? Ух ты! Спайдермеша. Ну, сюда мы уже... А нет, можем. Ну, смотрите, мы одну фигню подобрали, да? Да кто там летает столько? Иди сюда, паскуда. Я тебе еще крылья твои поддираю. Так. Рюкзачок нам нужен. Вот, алхимия. Картич. Бомбы, вот. Ну, нужно нам собрать алхимический ингредиент и ласточкина трава. А где это взять, я не имею понятия. Сейчас посмотрю. Не, ребят, честное слово, я не в курсе. Знал бы, сказал бы, но я не знаю. То есть помогите мне, кто знает, я буду этому очень рад. Ух ты, нафиг, нет. Там еще и дракоша какой-то, или что это, на карте было нарисовано. Они очень большие уровни для нас. Давайте выберем какое-то другое задание, пока мы можем. Найдите весь самостоятельно, вот. 5-й уровень, но у нас практически 4-й. Ну ладно, давайте тогда еще туда быстренько потопаем. Хотя как быстренько, ребят, это уже, в принципе, много времени заняло. Уже полчаса серия, поэтому, ребята, давайте уже на этом заканчивать. Я буду очень рад, если вы поставите лайки, я этому всегда очень рад. Ставьте лайки, хотите новую серию, набираем 100 лайков. В ту же секунду выходит новая серия, я вам даю слово, ребята. Хотите, давайте проверим, наберем и сразу же выйдет. Еще раз. Всем за просмотр, вступайте в нашу банду Клифперсов, БКП, вы же знаете, ребята, мы же большая дружная семья. Всем спасибо за просмотр, оставляйте свои комментарии, я очень рад, когда много комментариев, я читаю каждый ваш комментарий, вот твой, оставь свой комментарий, я тут же его и прочитаю, и также постараюсь на него ответить. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.